Щелчок затвора, вспышка и главный момент запечатлен. В объективе фотографа Валерия Жукова время останавливается на самых ярких эпизодах жизни округа. Юлия Жарухина работает в детском саду на выставке впервые. Среди множества фотографий увидела своих подопечных. Была приятно удивлена. Признается, сразу нахлынули воспоминания. Впечатления только самые положительные. Напомнили нам о моментах, которые мы все вместе переживаем. Здесь видно и наших деток, которые участвовали во всех мероприятиях. Именно это и важно, считает Валерий. Любовь к фотографии ему привил отец. Молодого фотографа всегда интересовал процесс не только самой съемки, но и проявления пленки. В его руках побывали легендарные аппараты «Смена» и «Мир». Сейчас, говорит, хоть магия не та, зато век цифры позволяет нащелкать куда больше, чем 36 кадров. Фотограф работает всегда, даже во время интервью. Он за работой, в руке фотоаппарат и кофр наперевес. Я не скажу, что надо быть невидимым. Надо видеть, надо смотреть, надо замечать. Ну, и из-за того, что у Андрея Робертовича очень насыщенная жизнь, соответственно, я знаю, у меня тоже очень насыщенная жизнь и по мероприятиям, и по всему остальному. На выставку фотограф представил более 100 работ. По его мнению, наиболее значимые события округа за 2019 год. Здесь и фестиваль «Урбан Морфогенезис», и открытие МЦД, масленица, хоккейные турниры и, конечно, пейзажи, которые показывают широту и бескрайнюю красоту Одинцовских полей и спокойную Москва-реку. Основной секрет удачного кадра, считает Валерий, смотря в объектив, чувствовать момент сердцем. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».